Здравствуйте, канал Дом Мебли. Сегодня будет это видео-ответ по вопросу об изготовлении стульев. Делали мы вот такие вот стулья. Эмаль, патина под золото, ясень. Вот такие вот у нас получались стулья. Вопрос в том, почему мы их стараемся не делать. Делаем, конечно, но если заказ минимум хотя бы штук 10-15, потому что если их 4-5 штук, скажем так, ну, настраиваются слишком долго. Вот. А когда есть хотя бы минимальные штук 10, и когда они очень много работают, ну, тогда еще можно взяться, вот, скажем так. Примерно по цене такой стул у нас получался где-то, ну, $150, я так, плюс-минус, я уже не помню. Ну, примерно вот так вот. Так что делаем, конечно, делаем, но смотрю, что... Да, при минимальной партии работы здесь, конечно, то есть материала, конечно, здесь идет, ну, скажем, мелочи, это понятно, но самой работы много, не так работы, как, скажем, как настраивание станков на каждую операцию, и когда, ну, есть какой-то более-менее объем, тогда еще выгода, но когда там заказ мелкий, так оно получается, скажем, ну, не очень. Вот, это все, до свидания.